друзья, добрый вечер. Давайте скажем спасибо Игорю Белому за то, что он нас здесь сегодня сюда согнал. Дело в том, что вообще эту программу мы поем крайне редко, потому что вообще не уверены, что это кому-то надо, кроме нас. Вот. Ну вот, Игорь Белый говорил у нас 2 года. Вот я не вру. Ровно 2 года настойчиво, ну, очень упрямый человек. Что поделаешь. И, в общем, мы согласились, и слава Богу, потому что Евгений Николаевич, например, очень доволен тем, что только Щербаковская программа может заставить меня репетировать каждый день, например. Больше никакой материал, чтобы каждый день, да никогда. Ну, Щербаков, его песни характерны тем, что никогда не знаешь, какой аккорд, какое слово вылетит из головы в самый неожиданный момент и в самом таком, казалось бы, твердо заученном произведении. Вот есть такая особенность у этого автора. Поэтому он-то всегда с текстами, если вы заметили. Михаил Константинович, он же не сумасшедший все это учить наизусть, эту околесицу. Вот, и значит, еще Игорь Белый предупреждал в своем анонсе, что, дескать, не приходите, не надо, те, кто, так сказать, пуристы. Ну, вот секта есть такая, свидетели Щербакова, которые считают его тексты священными, ищут в них скрытые смыслы, какие-то закодированные послания, и считают, что там, значит, переставить туда-сюда слово, это изменить вообще все. Вселенная пойдет вот так, вообще по-другому все завертится. Ты считаешь, что он просто выдающийся? Ты невеликий? Ну, ты, если говоришь, то говори в микрофон. Добрый вечер, что же, коль поставили микрофон, что-то скажу. Действительно... Невеликий, нет. Только выдающийся. Лида не так, как-то, видимо, трепетно относится к точности воспроизведения текста, но настроение, на мой взгляд, как раз вот основа ее исполнения. Нет, видит Бог, я стараюсь. То есть, как бы вы поймите, что я же не то, что я там совсем уж... просто я... Да. Но вообще... Честно говоря, вот самый выдающийся, на мой взгляд, исполнитель песен, в том числе Щербакова, Дмитрий Дихтер, он вот не стеснялся, так сказать, менять мелодии, иногда где-то подправлять гармонии, так это всегда, и, конечно, форму, и, конечно, фразировку. Он в своих интерпретациях, конечно, он пел далеко не авторскую. И, в общем, на мой взгляд, это было, ну, хорошо. То есть я там... То есть вообще сейчас не об этом. Ну, я действительно не ищу никаких закодированных посланий в текстах Щербакова, потому что я уверена, что их там нет. Я уверена, что его песни, лучшие его песни, они прозрачны, ясны, как Божий день. И сообщают очень простые и внятные вещи. И никакой тайны там нет. А тайна, она есть в человеке, который эти тексты читает, или слушает, или поет. И вот, чтобы эту тайну разгадать, да, вот, может быть, имеет смысл постараться. Вот посредством, может быть, вот этого инструмента песен Щербакова, или песен Акуджавы, или новеллы Матвеевых, любых песен, которые написаны на настоящие стихи. То есть в этом смысле я не выделяю Михаила Щербакова из этого ряда. Ну, а что касается программы... Что касается сегодняшней программы, она будет слегка отличаться, сильно отличаться по драматургии от того, что мы пели 2 года назад, и она в сети та широко, в общем, распространена, может быть, кто-то из вас ее и видел. Она будет по драматургии отличаться довольно сильно, а по содержанию, ну так, 25%. Будет чуть меньше популярной лирики и чуть больше экзистенциального ужаса. Первое отделение мы посвятим теме, которая... Ну, собственно, есть 2 темы, которые меня в творчестве Щербакова волнуют. Это любовь, конечно,
Это очень важная тема. И тема творческого человека, художника, и его взаимоотношения с окружающим миром. И с лирическим героем, с самим собой, со зрителем, с публикой. Вот этот вопрос вот, действительно интересен. И первое отделение мы посвятим вот этой теме. И если мы ее с вами переживем, первое отделение, то второе будет просто облегчением, потому что будут песни про любовь. Освобождение от страданий. Ну, начнем. Вторник, 2 августа, время 10:50. И это в паре, однако, сказать, что жарко, никак нельзя, не жарко. Солнца не хватит, даже и малый паводок извести. Впрочем, откуда паводок, ветер слаб, небо чисто, сухо, лежанка ни о чем фантазировал, и фантазия мне удалась. Выдумал я, что лету как раз и следует быть вот таким, как это. Днем его надлежит шелестеть прохладно, свободно глядь. Тут, полагаю, ты возмутишься, мол, тоже мне лето. Кроме того, я выдумал разнополых двух визави. Скачут они по корту в одном белье и туда-сюда мечут мячик. Эти самец и самка в прямом родстве с божеством любви. Даром, что он кретин, она неряха, как сотни ее землячек, очень ему по нраву. Ее 4 ноги и хвост, ей же в не меньшей степени импонируют бивни его и когти. Ужас, воскликнешь ты, а по мне так это потомки звезд. Глаз не свожу, слежу, все ли ладно у них там на корте. Вроде пока все ладно, танцор, музыка, верхний свет. Жаль, вот листва кругом чересчур жива, в натуральном искусство тонет. Из листвы-то зрители не ликуют, что нет, то нет. Плачет и стонет он, не препятствуй, пусть, если хочет, и плачет и стонет. Многим еще в новинку величивые позвонки. От болтовни запястий был и со мною когда-то спазм. Весь вышел, веруй, что есть в природе, и кроме этого языки. Спорить не буду, может и есть, не знаю, не слышу. Хочешь обратно деньги? Вот изволь, получи с меня. Но не казни артиста за то, что себе самому не равен этот шмель, летит он, исполняет полет шмеля. Этот столетник дня не живет, но тем и забавен. Рыбьих тайн.
дней. Все центробежней сгущаться будет дым, как ночь, так речь. И речь сама к чему не вёбыт и пойдёт. Опять о том же, о непременных тех двоих, что раз заговорив, вошли в азарт и никогда уже затем наговориться не могли. Наперебой твердя прощай, я не останусь, не вернусь. И продолжали жить вдвоём и жили счастливо. Детей назвали нот Зефир и Эв. Другим и не обязан быть шедевр. Не бог весть, как споешь, или бог весть, как бог весть. Пальцет или шепот употребишь, но как-нибудь споешь. Да что гадать, и спробуй прямо здесь, при мне. Забавы ради, хорош ли выйдет твой дебют? Ого, вот этот голос, ну и ну, да он умеет, я не знал. Кто мог подумать, ни казист, ни привередлив, ни в одном глазу безумия с серегой. Но совершенно не цыган, чем одарить его? Ничем, сейчас он скроется в дыму. Еще вираж, валенож ему чертить круги, начавшись там, где жизнь моя переломилась, как статуэтка. Сломалась
водокачка, готовится к войне, ай, скучно, скучно мне. Марсель Пруст, а также Анатоль Франс, на месте на моем бы уткнули бы персты во лбы и сходу запели про погоду, воспели б водокачку и не успели бы, ай, скучно, скучно мне. Не крушил кладбищ,
мимо воин прошел, не задет. Проиграл бы хоть, что ли, 200 тысяч государственных, так ведь нет. Разгребать никто не пойдет руин, в коих ты исчез без следа. Только я один, как всегда один. Причалы отходят.
проходит судно, на него все мои надежды. Я слежу за его движением, оставаясь на берегу. Сухопутный пройдет шарманщик в голубом головном уборе, напевая морскую песню, ничего не прося за труд. Эту песню придумал некто, никогда не бывавший в море, но поется в ней лишь о море, и на судне ее поймут. И здесь нет никакого чуда, ведь команду на судне этом составляют гвардейцы духа всех времен и любых кровей. Открыватели многих истин, консультанты по раритетам, очевидцы больших событий, собеседники королей. Не хватило бы даже слов в долетевшем от них призыве, чтоб навеки проститься с сушей и исчезнуть там, где заря, но безмолвен и недоступен белый призрак на черной зыби, разворачивается к ветру, никого с собой не зовя. И в то время, как он, быть может, отправляется в край несчастий, из великой любви к свободе, для вселенной борьбы со злом, я покорный слуга глаголов, я поклонник депричастий, остаюсь со своим неверным поэтическим ремеслом. Словно даже уже это не могло бы меня развлечь, как невидимые пределы разграничивают пространство, и ничто этих черт запретных не осмелится пересечь. Лишь корабль моих упований покидает сии границы, тяжело поднимает крылья, и волнуясь идет в англу я, слежу за его движением, но пустуют мои таблицы, ни о прошлом, ни о грядущем ничего сказать не могу. Лиссабон, и 1 апреля вышел.
а не жить. Его нашли в реке с отверстием в виске и русско-португальским разговорником в руке. Преступная улыбка на безжизненных устах внушала сожаление, но не страх. Ох, сколько ложных мук, ох, сколько сразу вдруг. Неправда, все неправда, все неправда, все вокруг. Тоской сердца на я лекарство за щеку кладу и медленно в Чертаново бреду. Честный мой круша как левой ногой, так и правою. Он с этой мыслью ходит там и сям, гуляет по гостям, беседует, обедает. Что и сам великий маг и факир об этом он чудак не ведает. И весь его клад и вся родня ему превратить велят меня и в крушево его месиво. Но если уж выйдет кто кого, то я его, а не он меня, скорее всего. И если уж правду быть не быть, то мне ли его не победить, капканом ли, обманом ли? Сожгу на огне, сотру во льду, да что я способа не найду, да мало ли. Но осуществить сей трудный план мешает мне мой премудрый клан, учители, родители. Считая, что я его должен в гроб свести, его же путем, чтоб все видели. Но то есть, чтоб ей, родне моей, не осрамиться перед всей державой, державою. Обязан я публично сам протопать по его костям со славою. Вот так-то мы с ним выходим друг за другом, желая страшных мук, как он мне, так и я ему. И можно, прикинув, что к чему, понять, что служим одному хозяину. О, этот хозяин, ритуал борьбы, кровавая ритуаль, обычая, приличия, дающий шанс короткий срок достичь при помощи крепких ног величия. А счастье не здесь, и счастье там, ну то есть не там, а здесь. Но не нам прельщаться им, пленяться. А кто не с нами, тот против нас, и вы готовы сей же час заняться им. И снова веселый хруст костей прославит всюду его и мои все власти и династии. И будет повержен враг и дать, который осмелится здесь мечтать о счастье. А счастье не здесь, и счастье там, ну то есть не здесь, не там и не сям, ну то есть ни им, ни вам и не нам. Но где же оно? Ах, если бы сам я мог это знать. Объятия холодна. Красы немного в ней, хотя черты чистые и хрупки, но меркнет даже то, что есть. От нерадения, от зевка, от телефонной трубки, от неумения встать и сесть. Людских законов не ценя, она в усердии милом блюдет законы божества. При этом ближнему вредит с религиозным пылом и полагает, что права. Нехитрый ей задав при ординарной встрече, не жди простого, да или нет. Она из тех, кто предпочтет членораздельной речи полумычанье, полубред. Пою о ней, когда раздевшись, как и должно летом, на берегу или в лесу. Она спешит покрыться тем ненатуральным цветом, который мало ей к лицу. Пою о ней, когда забравшись в шубу, как в берлогу, по мостовым родных трущоб. Январским днем она идет
заняв собой дорогу, все люди падайте в сугроб. Но тут, быть может, кто-нибудь из оппонентов строгих воскликнет с пеной на губе: да кто же кто, сия модель твоих словес убогих, и кем приходится тебе? А я отвечу, будто я не я, и хата с краю так подомает рифмачу. Побойтесь Бога, я ее не только что не знаю, ее и знать я не хочу. О чем, зачем, почему? Пускай решает сам, кто слышит, решит и будет в барыше. Бумага театре, карандаш трепи, контора пишет, душа доскует о душе. Границы он орошает слезой интерьер, и, пожалуй, не врет, говоря, что разлука ему тяжела. Заклинает богами земли и морей, без него не подмигивать здесь никому, в сотый раз напоследок уже у дверей. Умоляет писать, чтобы там ни было в день по письму, рисовать голубка на конверте и слать непременно скорей. И красавица тем же вполне от души отвечает ему, обещает писать, ободряет кивком, одаряет цветком, наконец отпускает и в 10 минут забывает о нем. А герой, повелев ямщику не зевать, через сутки будет прибывает на место, въезжает в гостиницу и принимается существовать. То есть это он движется, с делом и без, в экипаже нет, озирает окрестности в виде замшелых прудов и скульптур, что ни день на подарок понятно, кому не жалеет монет, покупая смарагдовый хлам и серебряный всякий сумбур. Или в номере, кстати, весьма дорогом, вечерами письма от негодницы ждет, изнывает от скуки дурак дураком, не пьянее глотает ликер, и без клейки, без охоты жует, ожидает конфета с условным на нем от руки голубком, и, давясь ожиданием, ходит по бархату взад и вперед, а кокетка не помнит, она занята, что ни день ежечасно ее с головой поглощает забота. То это, то там, то непрошенный гость, у нее то мигрень, то полу маскарад, а то сам маскарад, то верчение столом, то большой примеркой, так что ни день. Предположим, неделя проходит, он ждет, а письмо не идет, то есть рухнули связи, обмякли устои, померкли миры. Почтальоны ушли, вероятно, в какой-нибудь горный поход, и один за другим, вероятно, упали с высокой горы. Проведя две ужасные ночи без сна, на 9-е сутки в единый прием он снотворного склянку, что свалит слона, осушает, и мрак, наконец, оглушает его забытием. В это самое время, внезапно о нем вспоминает она, то есть в ту же секунду она невзначай вспоминает о нем. И, конечно, бросается прямо в бюро, из бюро вынимает, конечно, бивар, из бивара бумагу берет и перо. И строкой строку погоняет, строкает, к рассвету послание выходит густым, как почтовый роман, могло быть и гуще, да ночь коротка. На 10-е сутки с утра просыпается наш кавалер, выпивает свой кофе, причем даже с юмором смотрит в окно. А потом не спеша тормошится саквояж, достает револьвер и, конечно, стреляет прямо на бархате, что неумно. Конверт-то надписан уже и закрыт, не без помощи воска, смолы и огня, силуэт голубка в уголке не забыт, путевые издержки рассчитаны, нарочный сел на коня. Остальные детали впоследствии следствие определит, а пока угадайте, что в этом во всем привлекает меня. Конечно же, нарочный. Боже ж ты мой, это как он поскачет сейчас, полетит, не касаясь дороги, помчится стрелой. А часа через 2 ни с того ни с сего на дворе постоял, я встречу его и в глаза посмотрю со значением, но не скажу ничего. Разговаривать некогда. Да и зачем? Господа пассажиры, 4-й звонок, занимайте места. Я ваш новый форейпер, а кто не согласен, вот бог, вот порог. Решено, что мы едем в Эдем, это значит, мы едем в Эдем. Занимайте места, господа вояжеры, таков эпилог.
не все ли равно? Я их, знаете, путаю. Префикс один, да и корни по смыслу считай заодно. Ох уж эти мне эллины, этот язык, уж ко мне вникал я в него, не вник, между тем не последний, по общему мнению, был ученик. Не забудь, что ехать скоро и беседу проводить.
что вязать или пожитки, ни пера тебе, ни пуха, так и не перед дорогой. Влажный рассвет тебя разбудит, портье ключами щелкнет, а дальше как придется. Жизнь одна, второй не будет, но пока волторн смолкнет,